Доброе утро, земля. Как тебе спалось, Алина? Отлично. В Рыгаках по-другому не может быть. Здесь самые сладкие сны. Так хорошо всегда с утра, я не могу. И такая какая-то лень, такая сладость. Неохота никуда не торопиться, не собираться, ничего делать. А надо? Здесь нельзя сильно тупить-то. Тут может и погода измениться, да и вообще мало ли что. Ночь прошла вообще хорошо. Закрыла глаза, ночь. Открыла глаза, утро. Все. Вот так здесь проходят ночи. Смотрите, кто мне тут на сухое молоко забрался. Главное, в пакет внутрь. Как это умудрился? Смотрите, какие у него рожки. Как маленькая змейка, да? Как будто чешуя, такой цвет. Смотрите, как он переливается на солнце. Красивый такой. Только я собралась уходить, и посмотрите, какая коровка ползет. Она такая огромная. Вон туда мне завтра ломить. Видите, какой перевал? А сейчас просто хочу туда прогуляться, залезть наверх, оттуда виды посмотреть. А я стою в таком цирке, можно сказать, а вокруг сплошные скалы. Такая красота. Классный ракурс. Я лечу. Я просто кайфую сегодня. Такой лайтовый денек. Вчера, хоть у меня и дневка была, я же весь день, можно сказать, работала. Занималась там лагерем, дровами, водой всем. А сегодня у меня просто отдых. Приехала в Рыгаки и просто как на курорте. Не хожу ни в какие радиалки, совсем обнаглела. Хорошо, когда время есть, да? Люди приходят и пашут, и пашут, тут и лазят, и вкалывают. А я вот захотела, осталась, захотела, пошла. Сама себе хозяйка. Давно так мечтала, чтобы у меня столько времени было на это все. Подошла ближе к перевалу. Вот такие суровые перевалы в Рыгаках. Это еще не самый суровый. Вот, представляете, мне с тяжеленным рюкзаком завтра тут идти. Мне сейчас без рюкзака-то с маленьким будет нелегко. А с рюкзаком огромным вообще. Поднимаюсь, перевал.
сзади меня остается вот такая красота. Вот моя тропа. Посмотрите, какая. Мокро, грязно. А я вот в такой обуви. Алина, белая ворона. Зато посмотрите, по какой красоте идти. Я поднялась повыше, смотрите, как красиво, такие облака прям. Жарки здесь какие-то особенные, такие прям крупные. Такие красивые. Смотрите, какие тут камни. И крупные, и мелкие, и сыпучка. И по ним вот подниматься. Тут очень опасный перевал, камни эти все время сыпятся. А там еще и лезть надо будет. Вот здесь я уже поднялась, видите, какие камни, сыпуха. И такая тропинка вся в цветах. Красивая. А вон кита видно, как он в море плывет. Вынырнул. Еще чуть-чуть, еще немного. И тут самое сложное начинается. Я уже поднялась. По цветочному раю поднимаюсь. Видите, сколько цветов? Я вот вам сегодня снимаю специально все, чтобы завтра не будет тяжело с рюкзаком. Я буду мало снимать. Вот эти подъемы. Сейчас вот налегке нормально запрыгну. А когда на тебе почти 30 кг, я не знаю, это просто капец. Посыпешься вместе с ними, можно сказать. Такой перевальчик. Самое сложное — это вот уже к верхушке выход с рюкзаком. С огромным тяжелым лезть, либо смотрите, вот здесь по камням этим огромным, которые, кстати, могут выпасть тоже. Либо вот здесь можно еще идти по катушке. Может назад оттянуть и полетишь. А лететь тут далеко. Видите, перевальчик какой интересный. Сейчас-то мне нормально с маленьким рюкзачком. Вы такого нигде не увидите. Нигде. Иргаки — самое красивое место на земле.
голова. Вон глаз, улыбка такая. Охраняет, стоит перевал. У меня аж слезы проступают от такой красоты. А я думала, сегодня снимать не буду. Как это можно не снимать, да? Тем более, что я без рюкзака тяжелого. Вот это парабола. Два брата называются отдельно, если скалы. Тонкий и толстый. А вот там, вон он торчит, это зуб дракона. На него я пойду в радиалку с озера Горных Духов. А озеро Горных Духов находится вот за братом там. А вот от него вон снег, видите, лежит. Там водопад проходит. Водопад Горных Духов. А внизу озеро Художников. Там обычно туристы палаточный лагерь разбивают. А внизу водопада есть Малахитовое озеро. Кристально чистое, зеленое, красивое, холодное. Завтра мне здесь идти. Такие красоты. В общем, вот такая здесь красота. Тут просто невозможно налюбоваться. Здесь нужно часами просто находиться, любоваться, любоваться, любоваться. Поэтому желательно иметь много времени, чтобы не только надрываться с рюкзаками, а можно было вот так, как я, просто прогуляться, на все посмотреть, надышаться воздухом. Хочется передать, хотя камера не передаст никогда это. С обеих сторон очень красивые виды. Сейчас еще солнце так падает. Черепашка такая в солнышке купается. И вон те вот скалки дальние. Вот тебе и нет клещей в ергаках. Вот, пожалуйста. Алина везде найдет клещей. Третий день в ергаках. Зацепился за штаны. Так что вот так. В ергаках есть клещи. Алина их везде найдет. Я вообще не понимаю, где я их цепляю. В ергаках ловлю второй раз клеща. Один раз на мягкое место поймала. И вот сейчас, пожалуйста, к штанам. Ну, он уже все того был. Факт остается фактом. Алина второй раз цепляет клеща в ергаках, в которых нет клещей. Белая ворона, да и только. Напишите, цепляли ли вы клещей в ергаках. Мне просто интересно, одна я такая или есть еще такие же чудики. В небесах высоко ярко солнце светит. Да чего ж хорошо жить на белом свете, если вдруг грянет гром посредине лета, неприятность эту
мы переживем. Неприятность эту мы переживем. Весело так мне петь охота. Душа поет, а сердце не плачет. Как же классно. Сейчас солнце вышло и прям вообще... Холодно, я просто на кофту села, сейчас бы ее накинула, хобу не взяла, а камень такой остренький, попе больно сидеть. Решила тут чаек попить, у меня тут бананы в виде чипсов и злаковый батончик. Перекушу, дальше пойду, у меня лагерь-то уже вот рядом, можно сказать. Слышно вам, какого отлетает вокруг меня? Так и хочет меня цапнуть. Что-то я вот сижу, жую, смотрю по сторонам. И мне опять пришла мысль в голову мою. Ну, такие бананы вкусные. Но мысль мне не это пришла. Вот такие сушеные бананы в виде чипсов вообще обалденные. Хорошо в поход такие брать. В общем, я подумала, не сходить ли мне обратно этим перевалом, которым я вчера жестко спускалась. Без рюкзака же проще. И вот так, вот так, вот так, вот по этой скале пройтись. Я давно так хотела сделать, но обычно на это времени нет. Маршрут обычно распланирован. А сейчас я сижу, время 3 часа дня. Хочется, конечно, обедать, но я же сейчас перекушу вот батончик да бананы. Не умру уж с голода. Вот пойти прогуляться вот так. Там виды, наверное, классные. Хорошая же идея, да? Вот из-за этих товарищей мне приходится везде все обходить. А у них тут кругом дома. Вон, видите, качается. Паучара. И приходится обскакивать этих пауков. Иногда так сложно их обойти, потому что тут по куруму не везде пройти можно. Они такую паутину сплетут огромную и не пройти. А мне жалко ломать домики. О, ой, я наступила на живой курум. Вот чем плохо ходить в нетроп. Живой курум — это когда, знаете, вот ты идешь по этим камням, и там, где люди постоянно ходят, камни уже как-то сложились, и они твердо там стоят, идешь и нормально. А там, где люди не ходят, там... много камней, которые шатаются, ты не знаешь, шатается он или нет, наступаешь, а он раз и поехал, можно травмироваться очень. Поэтому и не стоит ходить в нетроп. Вот. Когда люди группами ходят и заходят в такие места, где бывает живой курум попадается, то первый товарищ, который попадается в эту ловушку, предупреждает всех остальных. Я думаю, таким образом выравниваются эти курумы живые и формируются тропы. Какой одинокий красавчик стоит среди курума. Представьте себе, вокруг ни цветочка, сплошные камни. И он такой один стоит, маленький, вырос, красавчик. Да, как бы мне тут не заблудиться в этом куруме. Знаете, что в таких больших курумах можно реально заблудиться? И очень долго искать выход оттуда. Потому что там из этих глыб огромных вообще не видно вокруг ничего, куда идти и как идти. И вполне реально можно блудануть хорошо. Я уже на самом-самом верху. Даже не там, где перевал начинается, я уже наверх прошла. Вообще, вот я в этот раз, мне кажется, больше всего кайфую. Самый-самый первый раз, когда была в Ергаках, я кайфовала очень сильно. Потому что для меня это просто было просто нереальная красота. И вот сейчас тоже просто кайфую. Вот он, кит. Не знаю, видно ли у него там рот. Но такой вообще классный кит. Блины кто-то нажарил. И они закаменели.
Вот у меня сегодня радиалка получилась. Новый маршрут. Вот Саян с этой стороны. Вон он, зуб дракона даже виднеется. Это мать Саяна. Вот она, опять черепаха. Только отсюда черепаха, видите, у нее голова как отдельно. Вот она голова. Вон панцирь. Вот там вот, вон. Это типа носорог, скала. Это я ее называю, потому что прям сильно похож. И там вот перевал на сказку, где этот носорог. Через сколько-то дней вот туда так идти, переваливать там где-то. А там дальше каменный замок. Вон там ангел стоит. Вот-вот, каменный ангел. А это все остальное каменный замок. А вон оно, озеро наше. Интересно, мою палатку видно? Я не вижу. Как же красиво. Просто нереально. А я хочу вот так прогуляться, вот туда. Ни разу так не ходила. Это рододрендон. А вот там дальше карликовая березка полно, которая ноги всегда царапает, если по ней ходить. В августе он такими желтыми-желтыми красивыми цветами цветет. Вот видите, маленькие бутончики уже завязываются. Вот тоже. Будут такие желтые, красивые-красивые цветы. Это роднясь гандали, которую я в чай собираю. Фотку, наверное, не найду. Найду, вставлю. Сагандалю я, кстати, хочу пособирать, но в Ирганках ее мало, нужно знать места. Я всегда аккуратно стараюсь собирать, чтобы всю не выдрать, чтобы она там размножалась. Надеюсь, получится хоть чуть-чуть пособирать. Сейчас иду вниз. Вон, видите, я уже куда ушла за мной. Гора. Потом мне это все наверх опять пилить. Невероятная красота. Мне кажется, больше нигде такого нет. Я хочу он до туда прям дойти, до верхушки вот этой. В общем, вот так вот красиво. А здесь такая высота, даже страшно подходить к краю. Чем ближе подхожу, тем больше понимаю, что, возможно, я туда и не попаду наверх. Непонятно, там может обрыв. Сдалека-то кажется, что есть дорожка, а ее, может быть, и нет. Хвоей вся усыпана тропинка. И просто как в лесу, реально. И тут запах хвои такой вообще обалденный. Вон черепаху прям хорошо видно. Отсюда вообще замечательно. Я нахожусь на вершине скалы. Представляете, тут на вершине скалы такой лес. Вот тут я шла поверху. И вот так вот спустилась сюда. А здесь такой закуток. Скользко. О, ничего себе. Представляете? На краю, на самом стоят кедры вот такие. Толстенные, толстенные. О, здесь табличка какая-то есть. Представляете, табличку установили. Правда, очень-очень плохо видно. Написано, спуска нет, внизу обрыв. Вот такие, как я, наверное, идут. И вон туда, вон он, таежный глаз. И потом там через лес пройти. Вон, видите? И там лазурная. Хорошо, что табличку установили. А то такие, как я, ненормальные такие же ведь пойдут спускаться. Кедры, конечно, вообще, посмотрите, какие толстенные. И на краю прям стоит скалы. Видите, какой кедр упал? Огромный. Я сейчас под ним стояла и думаю, сейчас как рухнет дальше на меня. Он зацепился за деревья. В общем, здесь опасно, надо выходить. На зарядке 37%, это прям очень мало. Ну, что успею, поснимаю, остальное только уже в лагере, наверное. Тут, короче, такая тропинка. Ее не видно, видимо, там совсем ветка ходит. Среди папоротника такая. Она идет вниз, вниз, вниз. Может быть, это совсем спуск вниз. Либо это все-таки обход. Я же хотела на скалу попасть, вот на эту. Вот.
А она наверху остается, а тут тропинка идет совсем вниз. И я что-то не понимаю, вообще реально туда попасть. Либо я сейчас проверю, куда она ведет, либо я попробую как-то так залезть наверх. Тут реально нереальные заросли. Походу, тут люди совсем-совсем редко ходят. Ой, мамочка, там еще скользко под ним, ничего не видно. И что-то тропа идет вниз-вниз-вниз, а скала остается наверху. В общем, я не пойду туда. Попробую с другой стороны заход сделать. Смотрите, как красиво. Только папоротник такой классный, мягенький. В общем, я залезла наверх, на эту скалу. Вот он, таежный глаз. И вот скала. Я не знаю, можно ли там пройти. Сейчас видно будет. Кедр. А у него сколько шишек много. Видно шишки? При увеличении кажется очень теряется, зато видно. Вот шишечки. Шишек много в этом году. Ой, вот такой обрывчик тут. Та скалка, куда я хотела добраться. Не знаю, доберусь или нет. Такая полка интересная. У скалы, куда я иду. И там такой свой мини-садик, уголок природы. И камнем отгорожено, проход запрещен. И тут обрыв, не пройдешь туда. Вы не представляете, что мне сейчас преодолеть пришлось, по скалолазничать немножко. Если я обратно слезу, я сижу под этим камнем, на который хотела залезть, который самый высокий. С той стороны вот там не залезть, там обрыв. Обхожу его. Кругляш торчит. Интересно так, да? Вот как у скалы такое может нарисоваться? Короче, здесь я вот не обойду. Думала, можно вот здесь, но там обрывчик такой. У меня будет откидывать, скорее всего, я там не пройду. Ну и вот здесь тоже как-то не очень идти. А я вот тут стою на шебуршавке, и тоже можно скатиться, в общем-то. И вон оттуда я пришла. Пойду сейчас обратно. Я залезла! Ура! Я на этом камне, на самом высоком. Интересно, сюда вообще еще кто-нибудь вообще ходил, лазил. Наверняка есть такие. Но я думаю, это просто минимум. Класс! Ура! Не знаю, почему мне это надо. Вот захотела, преодолела, и радости полные штаны. Зато никто не снимет вам черепаху. И каменный замок с такого ракурса. Вон он, каменный замок. Вон он, ангел вот маленький стоит. Вот он и кит. Куда ни глянь, везде красота. Просто нереальная. Такие масштабы. А вон, кстати, хорошо видно носорога. Видите? Напишите в комментариях, кто увидел. Вот она, морда. Прям хорошо видно. И там вот перевал на сказку. Озеро сказка. Там красиво так. Не зря же ведь сказка называется. Черепаха ползет, а за ней носорог. Сейчас мне еще отсюда вылезти как-то надо. Ну кто вам еще снимет отсюда вот это вот подъем вот этот? А за ним Саян лежит. Вон он, Саян, его видно же, да? Вот она голова, нос, вот руки. Вот здесь я залезла. Залезть-то всегда легче. А вот здесь... Сейчас надо как-то слазить, а тут вот эта шебуршавка, она скользкая. Не скатиться бы. Ну тут падать недалеко, не страшно.
птицы. Заливаются. Багульник. Он уже отцвел. Почему-то мне их запах его. Вау, птичка вылетела. Прямо вот тут вот сидела, оказывается. Вон она. Видели? Короче, запах мне напоминает какую-то краску. Стены красить. Почему-то, я не знаю. Такой вонючий. Краской пахнет реально. Кто нюхал багульник хоть раз? Скажите, вот вам, какой запах он напоминает? Вот кому-то ацетон напоминает. Мне почему-то краску напоминает, которую стены вот красят. Обычная краска для стен. Или полы красят, которые. В общем, не знаю. Ну, не так противно. То есть его нюхать приятно, в принципе. Ну, не знаю. Ну, недолго. Мне тут сейчас надо экстремальненько спуститься. Уже третий спуск экстремальный. Я вам не снимаю, чтобы вы за сердце не хватались. Да и снимать неудобно, как я буду снимать, если у меня руки и ноги заняты. Почти по краешку иду. Красота. Шучу, я иду по тропинке, она вот маленько справа. Просто подошла, увидела палатку, подошла снять. Кто видит ее, напишите в комментариях. Вон, видите камень? Мне он то рыбку напоминает, то какой-то мини-самолетик без хвоста. Напишите, кого вам напоминает. Интересно знать. Как плавник типа такой торчит. Внизу даже ротик есть. Даже глазик, если присмотритесь, есть. И сверху даже чуб есть. Только вот хвоста никакого нет. Если бы еще был хвост, точно рыба бы была. Или самолетик. Маленький такой, знаете, сказочный. А так непонятно. Кого похож. Кстати, я когда-то вот на эту скалу лазила 3 года назад. Тут не так уж легко залезть. Там особенно снизу сложно залезть. Там высоковато, просто из-за травы не видно. И нет никаких зацепов сильно. Вот так вот я залазила вот сюда наверх. Фотку найду, вставлю. Скала такая не маленькая. Если фотку найду, вы увидите. Какая я буду мелкая на ней. Она, конечно, не такая огромная, как те скалы вокруг, но для скалолазания такая немаленькая скалка. Бабочка сидит на скале. Ой, улетела. Тут веточку несу. Увидела, что она была сломана на кусте. Ну, висела такая вот, уже обломленная. Я ее отцепила и думаю, там, где будет вода, оставлю ее в воде. И может быть она корни даст. Это карликовая березка. Вообще считается сорняк. Но мне жалко живую ветку. Я чувствую, я тут в Иргаках столько наснимаю. Мне так будет тяжело монтировать. Потому что тут невозможно не снимать. Тут на каждом шагу такая красота. Как можно не снимать? Я уже прошла этот сложный перевал. Как налегке он хорошо проходится. Вы не представляете просто. Почти спустилась. Чуть-чуть совсем осталось. Я уже иду, чувствую, что все. О, вот это я на живой камень слезла. Да что такой огромный. Ничего себе. Вот такие живые курумы бывают. Вроде кажется, так четко стоит. Потому что иду опять, где попало. Не чтобы нормально идти по дороге, хотела сказать. Некоторые люди вообще, наверное, себе не могут представить, как вообще можно по таким камням ходить и ноги не ломать. Особенно в такой обуви, как у меня. Мягкой. А мне нормально. Я привыкла. И курумы вот эти вот, я их очень люблю. Больше всего люблю по куруму ходить. Больше, чем по лесу, болоту, там, траве всякой. Особенно бурелом больше всего не люблю. Вот это вот самое мое любимое. Вот. Я вам скажу, здесь намного-намного удобнее, интереснее идти, чем, допустим, по бурелому в дикой тайге. Смотрите, какая полянка красивая. Водосбора столько здесь. Здесь вот на этой полянке шикарно. Я оставлю веточку. Тут есть вода. Где есть водосбор, там везде есть вода. Не зря он же так называется. Вот. Среди такой красоты поставлю. А вдруг она корни даст? Во.
По крайней мере, она еще, даже если корни не даст, сколько приличное время проживет. А там бы она на солнце засыхала. Что-то я замерзла, кофту надела. Тут солнца нет, ветер. Хочу воды набрать. Снега как еще много. Вот представьте, снег в июле. Какой здесь климат. То есть, если даже в июле, когда жарит солнце, снег лежит и не тает. Тучища вообще идут сюда. Просто жесть. Я надеюсь, если он и будет, то ночью. Все, я в лагере, я пришла. Надо срочно на зарядку ставить телефон. А то ему капец. Супер кострище у меня. Я сегодня шикануть решила, потому что последний вечер здесь, надеюсь. А вот там все гремит и гремит и гремит и гремит. И посмотрите, какие тучищи. Я думаю, что может дождь полить. И жгу костер, пока дождя нет, пока хорошо. Вот дровихи оставила. Сейчас пожечь, ну что-то еще останется наверняка. А вот людям оставила. Вот эти сюда поставила. И вот тут спрятала целую кучу под дерево, чтобы сильно дождем не мочило. Я быт сегодня сильно не снимаю. Я уже и ужин приготовила, и поела, и чай заварила. Возможно, будет дождь ночью. Хорошо, если только ночью. Если завтра будет дождина, я не смогу просто выйти отсюда. Это будет печалька. Не хотелось бы. Короче, ничего практически не видно. Там такие тучищи, там, вон, видите, сверкает. Слушайте, как грохочет. Очень-очень клево, что я успела все сделать и покушать, и у костра посидеть, и даже дровишки составить. Здесь я везде порядок навела. Сразу, заранее, думаю, вдруг будет дождь. Слышите, что творится? Все, ливанул дождина. Я довольна собой, что я все успела. Я зубы чистила, и уже начинался дождик капать. И я боялась, что я не успею, потому что здесь дожди очень резко начинаются. Мне приходится кричать, потому что дождь громко так по крыше бьет. Такие дела. Вот так вот, Ергаков. Солнце, солнце, раз и дождь. Всем спокойной ночи, до утра.
Такие дела. Печальная история. Проснулась я в 6:30 где-то. Дождя не было. Я выходила по нужде, и было все-все в тумане. В такой туман ходить вообще нельзя в Игарках. Это очень опасно, так как метрах 15-20 ничего не видно вообще абсолютно. Можно очень хорошо заблудиться. Даже можно насмерть замерзнуть, хотя не зима. В горах это очень опасно, в такую погоду ходить. Вот лежу и все размышляю. Дождик то усиливается, то прекращается. В общем, я переживаю, как мне вообще быть. То ли мне валяться тут дальше весь день, вообще просто тупить. То ли мне рискнуть и все-таки собраться и попробовать идти. В любой вообще дождь в Иргаках очень-очень опасно ходить. Особенно с таким тяжелым рюкзаком, как у меня. То есть еще в радиалку я могу пойти. И то это опасно. Наверное, не раз рассказывала, как я в Иргаках ногу сильно пробороздила об Курум. Я в радиалку так ходила, в каменный замок. У меня нога соскользнула с Курума и... Другой Курум острый такой торчал, и нога по нему прям пробороздила до кости мне ногу. Мне теперь шрам на всю жизнь об этом напоминает и говорит, не вздумай в такой дождь и в любой дождь ходить. На Куруме есть такой лишайник желтый, я потом вам сниму, покажу. Он, когда пропитывается от дождя, он становится как мыло. И вообще, в принципе, камень в дождь очень скользкий. Я это и по скалолазанию знаю, что по скалам очень опасно лазить. И ходить по Куруму в дождь очень-очень опасно. Обычно, если в Иргаках дожди начинаются, все, люди заседают на месте, и очень-очень редко кто решается в дождь, особенно в туман, куда-то идти. И вот я лежу и думаю, что мне делать. Вообще, мне уже надоело на одном месте находиться, потому что я вообще не люблю долго на одном месте стоять. А мне уже, получается, 4-й день здесь. Я вообще, если честно, в Иргаках на одном месте столько никогда не стояла. Мне уже надоело, хочется передвижения. Надо как-то думать, короче, все. А то я опять много болтаю, сейчас наболтаю. Фильмы будут длинные и неинтересные с моей болтовней. В общем, лежим мы пока с котиком, балдеем, не знаем, что делать. Думаем.